Полиция Венгрии пустила в ход слезоточивый газ. Стражи порядка разогнали в Будапеште демонстрантов, которые пытались прорваться в здание парламента. Со среды в венгерской столице проходят многотысячные митинги против поправок в трудовое законодательство. Поправки должны вступить в силу с января. Реформа Трудового кодекса Венгрии позволит работодателям увеличить сверхурочную нагрузку почти вдвое – до 400 часов в год. Накануне полиция задержала более 30 демонстрантов, которые кидались дымовыми шашками. Стражи порядка оцепили здание парламента и перекрыли рядом движение, а на улице вывели усиленные наряды.